В Адыге состоялся чемпионат по многоборью ГТО среди команд спортивного общества «Динамо». В нем приняли участие 14 коллективов физической культуры, представители правоохранительных органов. Открыл чемпионат начальник управления по работе с личным составом МВД по Республике Адыгея Александр Ермилов, а сама программа мероприятия включала в себя различные виды спорта. Соревнования очень интересные, очень разнообразные. В него включены такие виды, как спринтерский бег, силовые упражнения, подтягивания, поднятие туловища, прыжок в длину с места и бег на выносливость. То есть все те качества, которые необходимы нашим сотрудникам для боевой и служебной подготовки. Все участники состязания показали хороший уровень физической подготовки, при этом некоторые при сдаче нормативов побили свои личные рекорды. Спорт для меня имеет большую роль в жизни. В свободное время пытаюсь попасть в зал, а когда проходят такие соревнования, стараюсь всегда выступать на них. Ранее я выступал в Майкопском районе, а сейчас выступаю от аппарата МВД. И как вы считаете, где вы лучше себя показали? Ну, мне кажется, больше на беге на 100 метров. По сравнению с прошлыми результатами это намного лучше было. Лидером чемпионата стал коллектив физической культуры регионального управления ФСБ. На втором месте оказалась команда отдела вневедомственной охраны, бронзовый призер, команда подразделения ФСО России в республике.